сижу тут отдыхаю и увидела, как чувак принес гитару. И они там втроем сидят. Не знаю, может, они сейчас играть будут. Смотрю на голубочков, летают. Такая красота. Я вообще не могу никуда уйти. Вся сижу в этих голубях. Вся в этой красоте. Вообще просто сказка. Тут такие собаки вокруг меня бегают. Там велосипеды, коляски. В общем, столько красоты. Вот мужик принес гитару. Не знаю, будут они играть, нет. Тут вот люди, собачки. Смешнючие. Тетечку эту сфотографировала, сделала фото. И сижу, отвечаю на ваши комментарии в Ютубе. Хотела стих написать, а потом позвонила подруге и так переключилась что-то. Ладно, в следующий раз напишу. Девушка мне пишет из Брянской деревни или откуда-то, моя зрительница. Пишет мне: Ирочка, а я не люблю голубей. Мне кажется, что они разносчики заразы. Может быть, я и не права. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, и они какие-то наглые такие. И я ей отвечаю: да, они как и люди. Я вот раньше тоже не любила голубей. И слышала, что говорят, что они разносчики заразы. И так далее. А в Германии вообще их травят. Мне тоже моя зрительница из Германии написала, что у них вообще их травят, потому что они гадят на памятники и не знаю чего. И совсем недавно мне тоже еще одна зрительница, ну я вижу ее как хейтера, хотя она говорит, что она не хейтер. Ну ладно. Она тоже мне написала, что с этими засранцами их там приваживаешь и кормишь, и еще, ну, в общем, писала всякое такое, агрессивные всякие вещи. Ну, я ей тоже ответила. Насчет засранцев что-то я не удержалась. Хотя, не знаю, меня мало что выводит из моего равновесия, а просто для какого-то развлечения, что ли, я ответила, что не думаю, что она какает радугой или там бабочками или еще чем-то. Вот. Так мы все устроены. Да, мы ходим в туалет по-большому и так далее. Но я не нашлась, что ответить другое на это. Вот. А насчет голубей ответила той из Брянской, откуда-то области или губернии, или как там у нее называется. Потом посмотрю, скажу вам. Хотя я сейчас могу посмотреть. 14-14. Загадывайте желание. Это значит, все ваши желания сбудутся, если вы сейчас загадаете. Вот я загадала. Я загадала желание. Реально. Загадывайте, мои любимые. Я вам обещаю, что они сбудутся. Видите? Правда. Вот я и отвечаю, что они разные голуби. Когда сердцем полюбила, я тоже их сначала не любила, когда слушала людей, что говорят, что они разносчики болезней. И не знаю, что все мы разносчики болезней. Кто-нибудь на меня чихнет, я там простужусь и пойду к другому человеку, и он тоже потом простудится. Мы все переносчики болезней. Так что, моя родная, когда я всех слушала, тоже не любила голубей, страшно. А когда я начала чувствовать сердцем, то полюбила. Они разные, как и мы все. Вот белая ко мне третий год. Что-то у меня написалось отлетает. Нужно написать прилетает. Сейчас. Сейчас, мои любимые, подождите. Прилетает каждый день. Вот так я ответила на комментарий. А называется дача в Брянске. Ирочка, привет! Картины у тебя интересные, а я голубей не люблю. Мне кажется, они разносчики инфекции. Ну, может, я не права. Голуби, они наглые, уличные. Да, моя родная, они наглые. Люди тоже очень наглые бывают. И не только уличные, а очень даже домашние, которые живут на огромных
территориях, в огромных мегаполисах. Они бывают такие наглые, что вы даже себе представить не можете. Вот. А голуби, они прекрасны. Я это правда почувствовала. Как красиво сидит. Вот, почему-то захотелось показать вам его. Что-то в нем есть такое старинное. Он сидит, смотрит на Некрасова, как будто это он. Некрасов пришел на себя посмотреть. Наверное, я видео так и назову. Не знаю, я уже не знаю, какие названия придумывать. Одно и то же писать «гуляю по Питеру». Ну, как-то это. Вот. Так что захотелось мне поотвечать на вопросы, на ваши. Может, это так видео и будет называться. Давай, открывайся. Да, молодец. Да, молодец. Молодец. Вот, это на мое видео уже вопросы, которые я сейчас вот только что сняла и уже загрузила. Сейчас, секундочку. А на мое вчерашнее видео, которое я там показывала вам, как рис вегетарианский варить. Вот. Смотрите, какой дядя идет. Похож на того, который на меня напал. Но это точно не он. Ладно, давайте почитаю вам комментарии свои, которые, ну, вернее, ваши, которые вы мне пишете. На вас смотрю, пишет Шархан, Шархат Нурасиловна. Шархат Нурасиловна Мангист, что-то там. 40 минут назад написала мне. На вас смотрю, думаю, счастье в свободе, а не в деньгах. А, счастье в свободе, а не в деньгах. Вы самый счастливый человек, который живет в своем необычном мире. Спасибо, моя хорошая. Да, я очень счастлива, потому что я вспомнила, что я есть, что через меня проявляется Бог. Не знаю, как это все описать, что я просто люблю жизнь. Тома Сирадзе пишет: спасибо, Ирочка, приятного аппетита. И тебе, Томочка, спасибо, что ты заходишь, всегда пишешь. Вот Family, не знаю кто, пишет тоже. Very good, nice, big like. Большой лайк мне ставит, сказала, что очень там что-то. Голубочки, блин, не могу от них оторваться. Дальше. Мари Ила пишет: лампочка Ильича. Да-да-да, это я рассказывала про ребят, которые не знают, что такое лампочка, или не знаю, почему они Евгений Павловне сказали: лампочка, а можно мы сфотографируем, что это? Какие мужчины красивые тут ходят. Счастье кому-то привалит. Дальше. Подари шанс четвероногому. Привет. Отличное блюдо. Спасибо. Да, и, кстати, очень вкусное было. Я, наверное, сейчас голодная. Вот. И вот эта Оля, которая там говорит, что она не хейтер, постоянно пишет мне всякие гадости. Она пишет: пора всей коммуналкой сложиться на раковину. Вам самой в черной нравится, и еще рис промываете. Но, Олюшка, я промывала не в раковине рис, солнышко, если ты внимательно смотрела. Я рис промывала в баночке. А раковина очень даже раритетная и очень подходит под коммуналку, под Петербург, под все-все-все. Я, например, когда смотрю на эту раковину, может, ее правда покрасить надо, но я не знаю, как это делается. А, и там специальная, наверное, какая-то краска для железа нужна. Вот. И многие, например, говорят: закрывайте свою коммуналку, а то придут эти самые какие-нибудь коллекционеры и стырят вашу раковину, потому что она у вас очень классная, старинная. Вот, Олюшка. А если тебе не нравится, ты можешь... Она чистая, я ее постоянно мою каждый день. Если не нравится, ты можешь прийти ее покрасить. Я тебе адрес дам. Приходи, солнышко. Такие картины пишет душевно.
больной, это 100%. Да, солнышко, на Ван Гога точно так же говорили, моя родная. И ни одну картину он за свою жизнь не продал. Смотрите, села мне на ногу. Ты пришел ко мне? Ну ты даешь. Ты думаешь, у меня еще что-то есть? Нет, солнышко, я весь батончик вам отдала. У меня нету, правда. Вот, больной на 100%. Рафик мне желает приятного аппетита. Я ему тоже ответила спасибо. Не знаю, интересно так читать вам комментарии, чтобы сразу отвечать. Вот Томочка снова у меня в гостях, Сирадзе. Заходите к ней. У нее такие замечательные видосики. Правда. Написала, сидит голубчик. Вот еще Иптайм написал мне привет. Привет, Иптайм. Если я правильно читаю ваши ники. Потому что я не знаю английского. Я знаю только арабский, русский и украинский. Дальше пишет мне тоже кто-то. Вай Юм, по-моему. Видео nice, like. И пишет Томочка снова. Красивый стих. Да, Тома у меня одна из таких. Опять сил. Что ж такое, а? Ты в меня влюбился, что ли? Или ты, Бог, пришел со мной поздороваться? Ну, привет. Как там? Намасте. Спасибо, что ты ко мне пришел, мой родной. Давай я поищу. Может, у меня что-нибудь есть тебе дать? Ты такой классный. А. Давай-ка. У меня там вечно что-нибудь рассыпано внизу. Может, я тебе найду? А, что-то есть. Иди сюда. Иди. Вот я ему нашла кусочек овсянки. Иди, не бойся, я не буду тебя трогать. Чего ты на ноге сидела? Сейчас боишься? Иди. Вот я тебе овсяночки дала. Не бойся. Не бойся. Иди, солнышко, иди кушай. На еще. Иди, мой сладкий. Вон там еще поналетели уже. Да. Моя умница, кушай. Видите, я вся в рюкзаке там нахожу на дне овсянку. Я все хотела вытрусить, а потом думаю, какая я молодец, что я не вытрусила. Смотрите, сколько штук сейчас позавтракает. Для них вот такая одна штучка, это уже прям как целый завтрак. Потому что они малюсенькие. Смотрите, куда пришел. Ты что сюда пришел? Ты пришел ко мне? А сейчас еще найду. Еще один пришел. Ну-ка. Ну-ка. На, кушай. Разносчик заразы. Кушай, мое солнышко. Все, наглые. Залезли мне прямо на руку, едят. Только на голове не садитесь мне. Блин, они мне уже на плечах у меня сидят. Козлы. С добрым утром, любимая. Самая милая. Смотрите, высадились. Десант. Экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга. Блин, вы своими крыльями все под сета, как его по-русски, поскидывали. Этот чувак все еще сидит. Такой прикольный. Курит трубку. Вообще класс. Иди, будешь? Давай, дурундут. Да, молодец. А ты наглый, братец-кролик. А тут на него сел. Все дурные. Так, все, отвалите. Нате. Там телефончик мой. А там какая? Как альбинос, видите? Ой, как далматинец. Блин, я слова стала забывать. Так классно, когда находишься не в уме, не думаешь там, что ж завтра кушать, денег нет, как платить за комнату, что делать. А когда живешь вообще так в том, что здесь сейчас есть, а завтра нет, и вчера нет, и ничего нет. Есть только здесь, сейчас и любовь, и все. Что, поели? Сейчас еще что-нибудь нашкребу. Да, вот нашкребла. И воробьи там чирикают. Блин, он мне на голову сел. Ты вообще охренел, дорогой.
наглый, летит мне на голову. На тебя. На. Сейчас с крыльями все это скидываете. Так, все, отстаньте. Все. Сейчас чувака еще сниму близко. И буду прощаться, а то я долго уже так снимаю. Чего я наснимала вам? О, видите, дымит трубку. Красота. Очень-очень люблю вас, мои хорошие. Поболтала с вами чего-то тут. Ручки замерзли. Сейчас, наверное, градусов 12. Если бы было солнышко, было бы гораздо теплее. Но солнышка нет. Поэтому так, пасмурно, поэтому немножко прохладно. А когда солнышко выходит, то очень-очень классно. Он покурил и пошел. Не, он идет и курит еще. Трубка у него во рту. Прикол. А там с зонтиком идет. Чучечка. Все, мои любимые. Всем волшебного дня. Я знаю, что вам со мной хорошо. Я это чувствую по вашим комментариям, по вашим лайкам. И очень многие вы мне пишете ВКонтакте. Это правда очень-очень приятно. Потому что когда есть отклик для человека, это очень-очень приятно. Ну, наверное, я еще не просветленная. Когда я буду просветленная, то я, наверное, и без отклика буду просто делать. Ничего не ожидаю взамен. Хотя я и сейчас уже не ожидаю. Так что, как они красиво полетели. Я просто делаю то, что мне нравится, и все. Что там они кричат? Вот. Голубочки полетели. Класс. Тра-та-ра-та-чи. Ладно, не буду их снимать, а то сейчас опять на меня налетят, нападут. Я тут уже наученная. Хотя я не живу из опыта, живу из момента. Какая тетечка идет красивая. Класс. Николай Алексеевич Некрасов. Здравствуйте! Здравствуйте! В рукавичках холодно вам? Нет? Не холодно? Я думала, холодно. Ну ладно. Хорошего дня! До свидания! Вот мне перышко кто-то подарил. Пойдемте. Мои любимые, сейчас рюкзачок закрою. И буду с вами прощаться. Сейчас дождь, наверное, пойдет. Наверное, дождь сейчас пойдет. Смотрите, как темно. Потемнело. Сейчас дождь пойдет. До свидания. Так. Пойдемте, мои родные. Да, дождь пошел. Все. Пока. Погуляли с вами. Ответила вам на... Смотрите, там сидит целая гирлянда. Ответила вам на ваши комментарии. Что еще? Покормила голубочков снова. Так что дождь хоть бы не ливанул. Надо успеть домой добежать. Пока, мои любимые. Кормила левой рукой. Правую могу целовать. Люблю вас. Всем волшебства. Ну и, конечно же, любви. Куда без нее. Обожаю вас. Пока-пока. Видите, дождь? Сейчас я вам покажу в луже дождь. Видите? Осенняя пора. Очарование. О, она так в этом, как... В блокадном Ленинграде, видите? Платок замотаны. Рукавицы. Все, не буду приставать к девушке. Пока, мои родные. Пока.